И победителем второго этапа становится красноярец, локальный силовик Красного кольца Данил Адашкин! 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 Все быстрее, быстрее. Ну, а теперь, да, первая Георгия Копаденко. Еще раз бурными аплодисментами поздравим встречу. Итак, единственный этап, третье место Георгия Копаденко. Самое время отдать трофей. Просто закрыл собой автомобиль Даниила Адашкина, но нет, да, Адашкин лидирует уже на данный момент, разбирается с тремя. Очень много. Но тут есть очевидно. Мощное противостояние. Ну а мы продолжаем просмотр. Стадии топ-8 и правая часть турнирной сетки. Даниил Адашкин лидирует председатель Сергей Калюзна. Финальной битве второго этапа сезон 2024 Dream Battle мы будем наблюдать противостояние двух альтер. Даниил Адашкин отправляется в финал.